упражнение приседания со штангой в тренажере Смита с широкой постановкой ног. Мы заходим за штангу, кладем гриф на верхнюю часть лопаток, трапециевидную мышцу. Ноги расставляем шире плеч, широкая постановка. Колени смотрят в стороны. Мы выполняем движение вниз за счет отведения таза назад и сгибания ног в коленном суставе. Обязательно следим за прогибом в поясничном отделе, за тем, чтобы не было подворачивания таза вперед-вниз. Следим за тем, чтобы колени у нас не гуляли и всегда были расставлены широко. Мы плавно отпускаемся вниз, выполняем при этом вдох. Встаем, выполняем выдох и не выключаем коленные суставы для того, чтобы нагрузка сохранялась и оставалась постоянной. Достаточно.